Через 2 месяца авиакомпания получит официальное право не возвращать деньги за билет пассажирам. Но эти поправки в воздушный кодекс касаются только недорогих билетов. У пассажира будет возможность выбрать более дешевый тариф и самому взять на себя риски, возникающие в случае форс-мажора. Другой вариант – выбрать более дорогой билет с гарантией того, что авиакомпания вернет деньги за отмену бронирования. При этом, если поездка сорвалась из-за болезни пассажира, его родственников или в случае смерти кого-то из них, то деньги за билет авиакомпания все же обязана перечислить и по невозвратному тарифу. Нужно будет только предоставить перевозчику официальные подтверждающие документы.